состоянию на 1 августа 2013 года остаются крупнейшими неплательщиками следующие компании. ООО «Строительная ипотечная компания 21 век». Задолженность за аренду земли на 1 августа составляет 14,9 миллионов рублей. Задолженность по договору купли-продажи земельного участка 24,9 миллионов рублей. То есть общая задолженность порядка 40 миллионов рублей. Индивидуальный предприниматель Товарчий. Задолженность 11,6 миллионов рублей по выкупу нежилого помещения. Нужно отметить, что данный предприниматель находится в стадии конкурсного производства, то есть в стадии банкротства. МУП города Череповца, автоколонна номер 1456, долг 4,6 миллионов рублей. Акционерное общество, строительная компания «Союзстрой», задолженность 4,5 миллионов рублей. ООО «КМЧ», задолженность 4,3 миллиона рублей. И некоммерческая организация «Фонд развития ипотечного жилищного кредитования» Вологодской области, долг 3,7 миллиона рублей. Кроме этого, нужно отметить, что задолженность банкротов на 1 августа составляет 59,6 миллионов рублей. Комитет проводит новые мероприятия для борьбы с должниками. В частности, это направление службы судебных приставов ходатайств об ограничении выезда должников за границу, о наложении ареста на имущество должников, направление службы судебных приставов по крупным должникам более 1 миллиона рублей информации о наличии зарегистрированного недвижимого имущества и на право собственности для наложения ареста, направление службы судебных приставов ходатайства о привлечении должников к уголовной ответственности за неисполнение судебных решений в размере более 1,5 миллиона рублей. Статья 177 Уголовного кодекса. И непродление на новый срок договоров аренды земельных участков, представленных для строительства, и договоров аренды нежилых помещений до погашения полностью задолженности.